Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим купольную вытяжку бренда Каата, модель V3S600X. Как мы видим, корпус вытяжки выполнен у нас из нержавейки. Давайте для начала пробежимся по габаритным размерам. Ширина 600 мм, глубина, на которую вытяжка уходит к стенке, 465 мм. Высота корпуса без коробов 190 мм будет. И максимальная высота с двумя вытянутыми вверх коробами будет идти у нас 990 мм. Оснащена вытяжка двумя металлосотовыми фильтрами. Размер 320 на 260 мм, предназначенный для сбора жира. Также мы видим, спереди расположено механическое управление вытяжкой. Три скорости, кнопка включения света. Свет, обратите внимание, у нас светодиодный модуль стоит мощностью 1,5 ватта, нейтрально-белый свет. Давайте послушаем, как работает вытяжка. Первая скорость. Вытяжка работает очень тихо. Энергопотребление мотора всего лишь 60 Вт, а производительность 750 метров кубических в час. Чувствуется, вытяжка тянет. И третья скорость. Вытяжка производительная, тихая, и в то же время энергопотребление очень малое. В общем и целом, что хочется сказать про данную вытяжку. Классический купол, выполнен нержавейки с механическим управлением, светодиодным освещением и всего лишь энергопотреблением 60 Вт, но с хорошей производительностью 750 метров кубических в час. Станут хорошими помощниками на вашей кухне. Пользуйтесь вытяжками бренда Каата.